Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас пятая серия в игре под названием Georgia and Resolve Soviet Republic. Шестой сезон под названием «Наука и управление отходами». В прошлой серии мы начали строить наш первый поселок рабочий. И уже построили один жилой дом, магазин, школу, остановку, конечную станцию и почти заканчиваем дом культуры. В этой серии мы продолжим строить и, возможно, уже в этой серии сможем заселить нашу террасу. За кадром мне пришлось немного переделать дорогу железную, потому что не так она стояла, как бы я хотел. Так, что еще поменялось? Что тут у нас еще? Так, да. Так, что еще? Дом культуры. Вот здесь надо будет. Сколько тут еще осталось? 99. Так, здесь я отдал под строительство вот этот дом. Так. Вопрос только, когда начнут его строить, это еще большой вопрос. Так. Также за кадром я протянул коммуникации в виде канализации, канализационных люков, так как это нам жизненно необходимые объекты в поселке. И так, что еще? Да. Чтобы запустить поселок, нам необходимо как минимум вот этот трубопровод запустить, построить. Так, и что еще? Так. Вот этот объект еще надо построить обязательно. Так, давайте отдадим. Потому что без этого всего у нас ничего не будет работать. Наши основные объекты. Иначе мы просто без электричества будем сидеть, а это плохо, потому что... Так, здесь тоже высокий стоит. Так, а здесь средний. Давайте высокий ставим, потому что сейчас покупать электричество я не вижу смысла. Так. И здесь вот необходимо построить вот это вот. Так сказать. Итак, что еще тут? Это что у нас? Грузовая автостанция? Нет, пока не надо. Так, здесь что у нас? 73. Так, ну и давайте, наверное, отдадим под строительство вот эти вот объекты. Как же без них?
И давайте нырнем под землю. Потому что эти канализации нам нужны. Иначе мы... Давайте пока построим основные вот эти вот объекты. Потому что... Без них... Так, ну вон там, там пока у нас никто не живет, строим... Ну, в принципе, нет, надо бы строить, по-любому. Так, здесь не получается ничего. Так, теперь опять ныряем. Так, здесь все вставаем. Так. Окей. А, да. Так, ладно. Все, подключим коллектор. Здесь я хотел, ну ладно, пока не будем строить там, потому что я хотел поставить как-нибудь. Давайте попробуем, кстати, как это будет выглядеть. А то мы ее ставим. Нам надо институт поставить. Технический университет. Надо воткнуть его так, чтобы он как бы... Ну, в принципе... Ну, вот его можно вот так поставить. Только... Единственное, что... Либо... Давайте вот так вот. Либо можем его сделать вот что он. Вот давайте здесь поставим его. Технический университет. И подключим к нему дорожку. И давайте отдадим его под строительство, даже чтобы его строили. Так, технически он идет. Вот здание построили, отлично. Давайте здесь будет технический университет. А
А давайте посмотрим политический, есть институт. Политический штаб компартии. Но есть и такой. Давайте его оставим как-то. Штаб компартии поставим здесь, в этом же здании. Вот, давайте вот таким образом его подключим, чтобы... Ну, пускай дорожка будет накладываться, но... Зато... Вот так. Так, и давайте... наш список зданий... И начинаем строить, ищем. Так. Штаб компартии. Штаб компартии. Давайте отдадим средний. И... строительство, чтобы его строили. И также ищем технический институт. Технический. Где-то я видел, тут есть. Технический университет. Вот, давайте тоже его отдадим от строительства. И выходите. Да, ты уже понял. Я уже понял, что у тебя там доски откидывают еще чего-то. Так. Где у нас технический университет? Так, и что еще? И надо посмотреть, мусорка. Ближайшей мусорки у него нету. Придется нам еще организовать мусорку. Ну давайте это... Мусорку организуем тогда ему где-то вот где-то вот так. Давайте организуем, чтобы он вот так пусть они ходят. И как раз тут и спортзал будет, мусорка. Только вот так мы сделаем, чтобы... Итак, мусорку мы организовали. Теперь давайте тропинки. Это...
Итак. Ученых. Спортзал, давайте смотреть. Нет. Нам тех здания. Так. Штабком партии. Все начали строить? Да. А дело окружите, где он находится. Это да. А здесь, значит, получается институт. А технологический институт... Где? Покажите. Вот он. Здесь тоже начали строить, все. Ждем. И вот эту мусорку тоже отдаем под строительство. И вот это также отдаем. Водоразборный. Так. Здесь что у нас? Давайте достроим вот это вот. Здесь и так строится. Так, дом. Начали строить. Это хорошо. Так. И вот эту дорожку, тротинку, кстати, надо тоже достроить. Так, давайте. Ну, чтобы она уже была тут. Это... Здесь уже начали строить. Трансформаторы на полностью никак не могут построить. От него провода идут хотя бы. Вроде да. Давайте посмотрим. Да, трансформатор. А вот да, построили уже, а сам пункт нет. Здесь тоже построили провод. Здание строит. То вы, здание строит, это готово. Так. Так, так, так.
написано, что надо как-то подумать, чтобы 10 людей не надо, поэтому так. Ну вот, пока будем переводить. Давайте накроем. Покупателей пока много нам не надо. Давайте. Пять человек пусть пока работает, а там посмотрим. И в садике. Давайте тоже где-то. Два человека пусть работают, три, на 7 человек, чтобы здесь сколько у нас может работать, так, пять, давайте. Три человека пусть пока работают. Ну так как ты у нас небольшой тихо. Так, и вот здесь надо положить гравийную дорогу. Так, что еще нам необходимо? Вот это здание опять. Больничку. И школу. Так. Потому что заселять. Чтобы заселять, нам надо как минимум, чтобы еще хотя бы школа работала. Так, что еще? Так, ну здесь мы смотрим. По трубам, что у них тут? Так, переподелить уже тогда не нормально. Так. Это мы отдали. Да. Так, и что нам еще надо будет поставить? Техническая служба у нас. Вот есть. Так. А
пока укажем. Давайте скопируем технические службы, вот они стоят. Так, ну вот тепло уже построили, так, давайте. Здесь вот у нас есть гараж. А здесь сколько у нас? 3 машины. Так, 3 машины. Ну и надо мусор тут сделать. Либо мусор мы будем выбирать. Прям. Прям с работы. Вот этого. Шесть с половиной, так, 10 для больших контейнеров, значит, а здесь у нас сколько? 8 единиц техники можем расположить. Давайте. Сюда поставим 2 контейнера воздуха. Так. Значит, ну первое, что надо сделать, это назначить еще нашей машинке, которая разводит топливо, чтобы она еще возила сюда топливо. И вот сюда. И сюда пока не вводим. А и вот сюда. Но она пока не будет возить, пока не будет электричество. И куда еще тут можно возить? Так. И все вроде. Ага. Так. А тут... Здесь, а, топливо тоже есть. Значит, вот в это здание топливо тоже будешь возить. Так, назначим право. Единственное, только что разгрузится, она тут не смотрит. Так. Вот у нас уже второй дом строится. Осталось 150 трудодней. Так. Здесь сколько там? Так. 80 тонн. Значит, нам надо купить на 2 машины. Так, а сколько она в день съедает? Так, 8,4 тонны. Ну, в принципе, 2 машины нам хватит сюда. Так. Давайте. Вот. Так, самосвал. Самосвал, вот. А 2 таких вот купить.
отсюда надо катить к книгам. Так. Большие мусоровоз. Так, для больших машин у нас есть только вот такой. Так. Для малых есть 6,5 тонн. Так. Для воды. Так, не для... Так. Есть вот такое это... Ассенизатор. Так. Давайте вот... Вот такой. Так, теперь... Один ассенизатор. Ну, два. Парочку ассенизаторов. И, наверное, вот так. Парочку местами. И что еще надо? Надо купить еще, построить, вернее, один гараж временный для автобусного парка. Здесь у нас как дела стоят. Культура. Так, университеты давайте посмотрим. Так, технические университеты. Что там? Еще строится 170 дней. Так. И штаб компартии. Ну, 166 продадей. Так, хорошо. Электричества по-прежнему нету, поэтому больницу строят потихоньку. Дом строится, а этот дом готов 64 человека заселить. Принять. Так, вам давайте сразу назначим. Вы едете сюда, это можно. Здесь ждать загрузку. Уголь. И ждать выгрузку. Так, мы пока не отправляем, а просто копируем. Так, так. Так. Теперь давайте депо автомобильной техники.
Ну вот как-то вот так повторим, давайте. И что? У нас пока отсюда это делается. Сколько рабочих? 10 рабочих. Так, значит, давайте возьмем какой-нибудь автобус, который будет ехать, ездить. А здесь сколько нам это делается? Здесь 46 рабочих, и так, грубо говоря, и здесь 20. У нас даже столько рабочих делает. А еще сюда. Сюда 30 рабочих. Но у нас по-любому не будет столько рабочих. Так, значит. Поэтому надо строить такие жилья. И все-таки надо поставить еще депо автомобильной техники постоянное, чтобы было. Так, сколько? 8 машин. Давайте на 12 есть. На 8 на 12. А есть? Нет. А есть у нас? Нет, троллейбус мне не надо. Вот на 17. Но оно такое огромное вообще. Давайте, сколько она, 1544, нет, давайте пока на 12 возьмем, вот, 370 трудодней, нормально, вот такое вот, пока развернем. Отзеркалим, вернее. Так. И тоже отдаем под строительство. Отдаем, короче. Сюда будем автобусы закупать. Так. Здесь у нас как? Вот еще один дом построили. Вот так он выглядит. Ну как построили? Он еще не достроенный. Так, что еще? Институт уже построили. Преподаватели.
вот пока уменьшим. Это у нас технический университет. И давайте, наверное... Нет, технически, наверное, пусть полностью работает. Так, это давайте... И давайте поставим обучение. Идеологический факультет, так понимаю. Так. А еще у нас есть здесь, что мы изучим. Туризм, активизация, так. Ну давайте. Основы пожарной безопасности. Пускай изучают. Так. Где что так не построили? Так, это что у нас? Вот этот провод построили? Да. Вот это надо все построили. Под станцию. Дохти детей отходят, но пока. Вот здесь вот привезли туда. Здесь, кстати, давайте. Это у нас что? Первый гравийный завод. Здесь мы... Ну не будем мы, наверное, указывать, куда там. И сюда надо купить. Так. Сюда надо купить технику. Экскаватор, который заменяет 33 работника. Так, что еще? Мы еще одну базу хотели построить. Базу снабжения надо построить. Водянянку. Можем ли мы это сделать? Да, вот сможем. Так, а вот где что у нас? Здесь у нас какие-то... А где у нас?
Так, давайте сюда тогда купим. Один пятый глазовик. Давайте. Так, надо посмотреть, что в этот магазин, сколько сейчас. 4 тонны еды, одежды, 4 тонны, детали 2. Так, и мясо. Давайте. Чтобы он порожником не ездил, давайте тогда. Так, открытый грузовик. Открытый грузовик. Так, ну давайте по весах купим. Так, что еще надо? Рефрижератор. Ну и все, в принципе. Сейчас тачка. Машина подъедет, а мы сейчас покажем, куда едет. Здесь 48 трудодней. Здесь уже построили виадук. Так, вот этот откуда тянется? Так, дом культуры он охватывает. Так, это хорошо. Ну и давайте вот здесь пока. Доделаем вот эту вот дорожку. Лесопилки. Так. Здесь у нас так. А здесь городок, наверное, нету, так? Да. Откуда что-то будет холода, если мы еще не подключали?
И вот эти провода надо построить. Так. Так, что еще тут? Ну, давайте посмотрим, докуда дойдешь ты с этого дома. В принципе, до всех домов доходит. Здесь еще 48 трудодней. Здесь. Так, ну и надо здесь улучшать дорожку. Стройки пока. Вот здесь дом. Где вход автомобильной техники строится. Здесь уже начали строить здание вода осенизаторский подъемный пункт. То есть с него мы будем собирать точные воды. Так. Давайте, кстати, посмотрим, здесь у нас еще 7 трудодней и 14. Это для завершения всего. Так. А воду придет подвозить каждый дом пока. И давайте. Вот это вот все достроили. Так. Вот эти вот тоже сразу построим, чтобы... Чтобы были, чтобы уже можно было дальше строить детский сад. Школа там, вернее, чтобы у них уже был... Ой, водопол, так сказать, канализационный ток. И мы будем
вот эти точные вот эти выкидывать отсюда, а отсюда пока увозить. Потому что сама идея построить очистные где-то вот здесь вот, но до них еще далековато. Так, а кстати, давайте посмотрим, где у нас граница НАТО. Ну, далековато отсюда. И какая там... Здесь малая таможня. И нет электричества. А порт... Так. Если посмотреть русло реки. Так. Река у нас. Ну вот где-то. Вот здесь какой-то порт можно организовать. Но только вопрос. Ну или вот тут прокопать канал. Так. И все, пожалуй. Ну вот, да. Ну, это, в общем, еще не скоро будет. Так. Что мы можем сделать? Но факт в том, что за границей у нас опять далеко. Что, вот этот дом тоже готов. Здесь сколько можно? Здесь 32 и тут 64. 98 граждан мы уже можем заселить. Так. И вот эту тротинку. Так, да, если сделать, то куда мы доходим? Так. Ну, в принципе, с этого дома до сюда дойдет. Не доходит хорошо. И до школы не доходит, и до детского сада. И снова я. Значит, ну давайте, здесь сколько нам надо, так, ну нам для начала много не надо рабочих, так, ну сюда 20, и сюда получается, вернее, 46, так. 50, это значит надо 10, ну сюда надо 10. Этих домиков нам явно мало будет. Так, сюда, кстати, надо купить лесовоз. Так.
доски, древесина. Но вот из парага она может войти 4 тонны древесины и есть лесарь. Он возит 9 тонн древесины. Давайте. Сколько эта техника может? Так, 3 техники. Давайте. 2. Одно пока купим. Один лесарь. Так, что еще? Больничка строится, школа строится. Вот только построится канализация. И идет объекты ассимизации. Тогда мы сможем запускать. Так, кстати. Водопровод надо, надо там дорогу прокладывать. Так. Ну, сейчас уже, в принципе, 5 мая, и если мы будем заселять людей, не так критично будет. Так, ну, ждем сейчас вот. А здесь 198. Так, ну, ладно, надо сюда купить какой-то. Так, ладно, давайте посмотрим, какой мы можем купить автобус. Автобус. 52 человека, 80. Вот, Валюхла. Там масса есть сколько? 90 километров в час. 90 километров в час. Этот. Они все по 90 километров в час. Так. Ну, это. Валихла. Или вот этот все-таки купить. Валихла 6700. 6 люкс. Нет, давайте. Что-то купим. Так. И одну букашку купим. Этому автобусу, этому мы сразу назначим. Значит, ехать там можно, где загружаться. Еда, электроника, одежда и алкоголь, мясо. Так.
так, только вот алкоголь, да, вот. А вот куда выгружать алкоголь, давайте алкоголь, пока мы отменим. Некуда его выгружать, так. А, и выгружать получается. Здесь выгрузка. Что это выгружаем? Так. Кстати, где у нас мрак? Где-то вот тут бар еще стоит. Надо его тоже отдать под строительство. Так. И вот этот дом, давайте так и отдадим. Чтобы немного граждан уже в этой серии заселить. Такой же домик, вот как этот. Так, так, если с виду посмотреть, но ну так неплохо смотрится, так прикольно, так вроде одноподъемный домик. На сколько человек? На 32 человека. Вот это вот побольше домик. Так. Тут только будем вырабатывать свой гравий, начнем улучшать дороги. Займемся в первую очередь вот этой вот главной трассой, магистралью. Так, здесь у нас строится. Так, лесопилку уже соединили электричеством, это хорошо. Так. Здесь мы что-то не строим. Вот это сейчас тут построят. По идее, да. Здесь сколько мест до выгрузки. Можем. Так. Одеться туда, дверь.
43 доллара. Так. Где что у нас? Так, ну давайте, наверное, сколько здесь еще? Еще два. Давайте еще по одному так купим. И... Сейчас они приедут на дачную остановку. Так как у нас две остановки, сперва куда можно пока ездить, это вот на лесоповал, до лесопилки. Я думаю, граждане отсюда дойдут. Так. Они не очень-то хотят доходить. Да. Ну, если что, придется возить. Так. До лесопилки дойдут отсюда, нет? Так, давайте вот. Здесь все соединено. Ну а здесь они... Вот так. Хотя бы. Ну, это как-то так. Пока.
Так. Так, да они до самого дома культуры дойдут, доходят. Все дойдут. Так. Здесь еще не доделали. Так, ну давайте сразу назначим нашим автобусом. Едете сюда, здесь продолжаете. Едете вот на эту остановку. Так, копируем маршрут. Скопировали. Так, а вы едете вот на эту остановку, нет. Блин, маршрут всегда переделать. Вот переделаем. Значит, вы сначала делаете так. Едете так. Вот, почему едете сюда? Нет, ну это так делать. В общем... Так, у нас же заезд вот так. Да. А то ему придется возвращаться. Да, ну ладно. Это не туда. Здесь. Потом. Сюда. И затем. Сюда. Теперь копируем. А вы едете, значит, вот так.
Да. Здесь погружаете. И едете. Погружаете этот людей. И затем едете на конечку. И котируем. И все это. Что тут у нас? Здесь 41 трудодень. Так. Вот этот дом построили, вот этот построили. Так, школа. Двести восемьдесят два дня. Здесь вот. Так. Так, давайте. Вот эти дорожки очень круто. Вот мы улучшаем вот эти дорожки, чтобы... чтобы до Дома культуры хотя бы доходили. Так, и вот эти две дорожки надо тоже улучшить. Так. Ну что, уже вот к этому дому сейчас уже подъедет экран. Ну что, чтобы у нас хотя бы три дома было, ну, готовы к заселению. Там же расширятка, будем если что потом в ту сторону. Кто на речке.
Так. Ну вот, уже начали. Так. Здесь уже больничка. Так. А еще 362 туда дня. Так, а если посмотреть, что у нас под крылом? Дождь. Самое чуткое — это одежда, наверное. Так. Так, одежда 1300, продажи, покупка дорогая. А что будет делать? Одежду нам надо, ткань. Так, что будет делать одежду? И чего это вот можно подготовить, конечно. Так. Катка фабрика. Это что надо? Так, и что надо? Здесь. Катка фабрика нужна. Так. Шведия, Африка. Да, ее можно. А есть у нас, конечно, моды. Да, Фройда. Трайлайма. Так. А если смотреть, сколько стоит. Так. Что нам надо для Айбатта? Урожай, вода, еще и химикаты. Химикаты тоже дорогие. Так, что еще у нас? Институт построили, так, дом. Сто пятьдесят. Продадли. Так. Здесь что? 279 продадли. Так.
Так. Здесь уже построили, отлично. Отхватываем, да куда? Никак они дойдут. В принципе, доходят. Тех проблем. Так, ну, а там как получится. Здесь, кстати, здесь люди не нужны. Это хорошо. Так, тут 48 человек, труднее осталось. Здесь еще не построили. 23 трудодня. А что сюда? Еще люди приедут. Так, отлично. Так. Ну, пока в минус идем, конечно, потому что а доски что у нас стоят? Доски вообще ничего нам не стоят. Доски, ну будем экономить 10-12 это рублей. На одной тонне досок. Это
принципе, неплохо. Так. Так. Что тут нет? Работников нету. Здесь. Ты куда идешь? На школу. Хорошо. У нас скоро начнут школу строить. Это неплохо. Так. В общем, так. Так, так, так. А здесь сколько надо? 248 тонн. 11 тонн стали. Ну давайте хотя бы, когда гравий запустим, тогда уже на гравии, а на этот дом 5-7 тонн досок, а на этот, ну вот когда гравий доски уже освоим, уже будет хорошо. Так. Так, а что там, бар начали строить? Бар уже должен построить. Что, ты же не достаешь, что ли? А что вот этот еще контейнерный надо строить? Так. А здесь... Здесь, наверное, еще и дорожки нет. Нет, вот и есть. Так. До этого бара как доходит? А контейнер
Ну вот, да. Ладно, ну, вот это выводите, и что? И от этой конторы мы тогда укажем еще вар. И он вар еще будешь выгружать. Окей. Так, что у нас тут еще не построилось? Школа. 198 тут одни. Дом построили. Отлично. До мусорки ты дойдешь? А мусорка где у тебя? И так ты дойдешь. Отлично. Ну, воду привезли, это хорошо. Так, теперь... Больницу построили. Так, что делать? Настроим... Пока пусть будет 5 врачей. И... Так. Сюда надо еще докупить. Так. Добавим еще больничку. И давайте сразу сюда допутаем еще парочку техники. Показать костерны для надувных долгов. Все пытаются, потому что... Так. Так, что нам еще осталось, чтобы запустить людей? И давайте сюда закупим, чтобы это скорая помощь. Давайте... Так, все тут один, здесь 90, так, на 11. Давайте Карл Маркс. Давайте парочку закупим пока. Так. Что три трудодня. Так.
Ну и давайте. Ну да, давайте так. Ну, посмотрим, как сейчас они будут себя вести граждане. Если что, назначим идти на остановку. Так. Значит. Школа строится. Один штук. Так. Ну давайте, наверное, закупим электричество, чтобы начали. Ну вот так вот закупим. Вот так, 30%. Чтобы наши конторы уже поехали. Сейчас как только ходили будут продукты. Так, ну и 4 поставим чуть-чуть поменьше. Ну допустим, если не будет справляться. 5,4 все работает. Навигационный коллектор строит. Так. Одежду подвезли, мясо подвезли. Так. Где что у нас? Так, в баре. Все, есть. Давайте тогда. Давайте тогда что сделаем? Куда уже? Уголь. Сюда поступило. Гради, так, давайте. А еще я забыл вот на это. На тепловоцентраль еще не то. Вот как раз. Здесь кто-то. Пускаю, едут, возят уголь. И надо купить это. Сюда пару автобусов, так, сколько сюда надо людей? На 30-ку. Ну давайте. Нет. 40, 60, 50. Давайте посмотреть автобусы. Здесь. 60, нет, видите, все что-то 60. Так.
Нам надо на 30 что делать. Ну вот, давайте парочку вот таких вот. Вот. А еще что-нибудь на 30 есть? Ну вот, давайте парочку кардиков. Кто там? Пока. Наверное. Или вот гиза вот это вот. Так, и каждый сколько стоит? Каждый, что там? Еще один, наверное, каждый. Так, и давайте, а, ну нет, все. Нет, ну сейчас сначала поселим людей. Так, давайте, значит. Десять вот таких вот. 25. Так. Сюда, значит, поселим. И сюда. Вот так вот. Сейчас посмотрим, куда они пойдут. Так. Где у них потерялся? Ну, кто-то в школу пошел. Больничку пошли. Так. На остановке пока никого. Больничку. Так. На остановке кто-нибудь вообще есть? Пока никого. Да, дом культуры пошли, в универ пошли. Все начали следовать. Так. На остановку. О, рабочие есть. Так, ну что, запускаем тогда автобусы. Так, ну что. Кого забирать сейчас? О, все, посмотрим, кого-нибудь возьмешь или нет? Ну вот сейчас, наверное, кого-нибудь реально возьмет.
Так. А почему вы не можете в детском саду работать, что детский сад? Нормально детский сад, он полный. Что, сколько возьмешь? Одного взял, наверное. Нет, пустой поехал. Ну да. Никого не взял. Интересно. Так. Давайте мы сейчас отменим их. Так. Загоним утепло. Потому что они пока тупят все равно по-другому как-то ездят. Так. Букашку. А вот букашка, как ты поедешь? Тоже никого не взяла. Ты поехала. Так, давайте, значит, отменяем вот это все, так. И туда букашку мы тоже сейчас выложим. И у нас едешь домой. Так, а вам мы делаем так. Ну что, вы едете? Едете сюда. Затем. На этих танках. Здесь вы загружаете. Так, наберите кого хотите и едете вот на этот завод. Здесь. Хотите, в принципе, того и выгружаете. Так, копируем. Копировать маршрут. Копировать. Так. И отправить. Сейчас посмотрим. Так, и вот. А вы что, давайте... Давайте вот к этого дома направим. Он еще здесь сюда.
Ну да. Чуть-чуть. Немного неправильно мы построили, конечно. Ну все, вот. И как он все будет ехать? Ого. Ну да. Немного. Так. Ну сейчас он задерет. Чтоб он так не ездил, придется нам. Так. Чё задерешь? Вот горел, так. Ладно, отлично. Запускаем второй. Так, ну и ладно, так, теперь этот, ну, значит, делаем тебе так. Едешь. Потом едешь. Ну вот эту установку. И затем едешь вот сюда. Копируем. Копируем этот автобус вот этому. Все. Так. Ты сколько тебе этот едет? Нормально. 14 человек едет. А здесь сколько еще на остановке? Так. Отправляем. Так, отправляем. Так. Еще смотрим момент. Сейчас как поработает наш завод. Нет рабочих. Так. А здесь давайте укажем так, что граждане должны идти вот сюда и сюда. Вот работа у нас завод. Так. И что мы делаем? Мы в нашей конторе мы еще указываем в качестве источника. Гравий наш. Так. И вам также в качестве источника гравия укажем наш склад. Так, отлично. И теперь
здесь рабочие есть? Так, давайте вот это мы еще назначим. Ехать. Едешь сюда. Потом сюда. Здесь награждаешься. И едешь вот сюда. Здесь выгрузка. Так. Копируем маршрут. И это. И отправляем. Так. Здесь что у нас? Мало народу. Так. Здесь как нормально? Так. Последнего образования не хватает. Здесь как у нас дела стоят? Так. Высотилка заработала. Так, а почему эта дизельтина отсутствует? Так. Ну отлично, до высотилки они доходят. Отсутствует только дизельтина, ладно. Придется подождать, когда... Дизельтина... Так, значит, эти дивизины этот сюда вкладывает. Значит, нам надо еще один легковой спуск, который будет дивизины, если что. Так, показать легковой. Давайте вот этот вот найдем. Это сколько? Ну давайте. Нет, это дорогой. Давайте что-нибудь. Ну вот нехать путем. И... Что мы сделаем? Отдадим под строительство вот этот вот. Вот этот дом. И вот этот. Так как у нас население. Населения не очень много, поэтому дома нужны. Так. Как только у нас подождем, когда приедет легковоз.
что у нас тут хорошее. А в этих домах как есть? Вопрос, почему вы не можете попасть в детский сад? Понятно. А в школе? Ну да, у нас я учился в институт. Так, давайте поливаем. Так. Сколько людей? Так, 64. Так. Ну где-то вот так. Дети бывают в подростке, поэтому. Так, и нет. Вот, есть. Так, почему отсутствие детского сада? Так. Да нет, что это? Так, что ты там приехал, нет? Так. Это нахрен. Так, мы тебя сейчас отправим на работу. Ты едешь на выходилку. Здесь. Делай здесь готов. Ждать. Я выгружаюсь-то. Ждать выгрузку. Отправляйся. У нас попадение ночи. Так. Вот тут кто-то летит. 10 человек. Так, завод работает? Да. Работает. Да, тут камень. Так. Теплоцентраль работает. Так, какое у нас давление? Так, здесь у нас, кстати. Теплоцентраль-канализация. Так, здесь все работает. Так, здесь все работает. Так. Ну что? Лесопилка, лесоповалка не работает. Все.
Вот сейчас сюда прилегут. До 10 лет. Это как здание не соединено дорогой. Странно. А, ну да. Это... Так, вот эту дорожку уже построили, ее можно снести. Сейчас сделаем. Так, а теперь соединим. Так, все было здорово. Топлился. Так. И... И давайте в качестве источника досок покажем наш вклад. Доски теперь берете. Доски будут здесь лежать. И вы тоже доски. Вы теперь доски тоже берете. Доски. Сейчас будет перенесена. Сейчас этот загрузится. Так, вот он загрузился. И сейчас поедет. Вот он поехал в доски на склад.
будущем, конечно, у него не делать. Чтобы у нас было вот доработали, у нас появились на бедицина поем доски есть, бедицина быстро кончается. Так, что еще? Вот здесь работает уже. Так. Ну что? Здесь уже тут начинают строить дом. Давайте посмотрим, что у нас. Мы пока ничего не продаем. Хотя можно было бы. Вот у нас есть градий. Здесь у нас рабочих пожарных нету. И он, наверное, уходит на завод. Но это потому, что у нас мало человек работает. Сейчас вот построят дом. Вот этот дом, наверное, быстрее построится. Так, и давайте, наверное, что здесь рабочие есть, так. Давайте купим, наверное, одну машинку, самосвальчик. Так, самосвал. Вот такой вот. Может, даже парочку взять. Так, сейчас они приедут, а мы им дадим задание. Так, здесь у нас бедицина есть, доски немного есть. Так. Блин, можем уже отдать на улучшение один из участков дороги. Давайте, наверное, так и сделаем. Так вот, отдадим. Здесь нам не только градий нужен, поэтому... Так,
И... Так. Здесь у нас как дела обстоят? Рабочие есть? Немного неправильно поставил установку, поэтому... Будем это немного потом переделывать, попозже чуть-чуть. Не сейчас. Да. Так что, приехали? Так, вам новое задание. Едете? На склад. Здесь ждете загрузку гравия и отвозите вот сюда. Вот здесь, блин, перебирайтесь. Так, отправляю. Понятно, что тут открытые доски, потому что... Так, посмотрим, как наша насколько они рублей загрузятся. Конечно, это копейки, но... Тем не менее. И на этом будем, пожалуй, заканчивать серию. Сейчас посмотрим. Так. Нашу статистику. Пока у нас минус 65. А сейчас наши хмахвалы сейчас загрузятся. Так. На какую сумму? На 297 рублей. Один загрузился. И вот два. И вот они сейчас два этих самосвала придут сейчас на 297. Это на 294 рубля.
И вот, сейчас будем смотреть. Сейчас пока мы идем в Нинус, причем хороший Нинус. Ну вот сейчас они дойдут, и на этом мы будем подводить все итоги. Пока мы закупаемся. У нас идет в основном закупка, потому что мы строимся. И иностранная рабочая сила. Вот сейчас два наших самосвала едут разгрузиться и принесут нам первую прибыль. Ну, конечно, это не отобьет. Но немного будем отбивать. Ну вот, ну пока. Ну а что, еще один прибудет. Может, мы даже... Вот, пока мы не отбиваем. Ну да, мы тут по-прежнему закупаемся. Ну нет, вот что-то... Нет, пока, к сожалению, мы не отбиваем. Ну так, немного. Итак, ну что, можно сказать. Давайте на этой прекрасной ноте будем завершать серию. Итак, в этой серии мы все-таки запустили наш город и заселили поселок, вернее, и заселили его первыми гражданами. Запустили нашу лесопилку. Да, вот уже первые доски появились. И лесополам. Также запустили наш гравийный завод, ну, который пока так он работает, но это вот еще рабочие придут. И он будет заработать так. А пожарные. Так. Ну вот, один рабочий пришел, но пока. Потому что это все-таки из-за того, что мало рабочих. Мало населения. Все в основном работают в институте. У нас в институте идет. Вот все исследования. Мы занялись геологией. И во втором институте мы занимаемся изучением пожаробезопасности. Так, вы можете выделить это здание. Так, здесь выделяется, тут немного сложнее. Ладно. Также у нас больничка работает, все работает. Ну и на этой прекрасной ноте мы с вами. Давайте вот. Вернее. Посмотрим на наш город. Так. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчики, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!